угрозы проникновения в страны Евросоюза террористов под видом беженцев нет, утверждает координатор ЕС по борьбе с терроризмом Жильди Киршов. Исламскому государству или Аль-Каиде нет необходимости отправлять своих членов в потоки лиц, ищущих убежища. Есть ресурс людей, родившихся в Европе, которые не имеют никакого контакта с террористическими организациями, не выезжали за границу, но были радикализированы через интернет, сказал он в интервью порталу Euractiv. Террористическая группировка «Исламское государство» является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За 3 года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, в частности, в Ливии. По разным оценкам, контролируемая ИГ территория достигает до 90 тысяч квадратных километров. Террористы объявили о создании так называемого халифата с собственными законами и органами власти. Данные о численности экстремистской организации тоже варьируются, от 50 до 200 тысяч боевиков. Единого фронта борьбы с ИГ нет, с группировкой борются правительственные войска Сирии и Ирака, международная коалиция во главе с США, пока ограничивается ударами с воздуха, а также курды и ливанские и иракские шиитские ополченцы. В результате боевых действий сотни тысяч мирных жителей погибли и несколько миллионов стали беженцами.